Всем привет! В этом видео мы с вами поговорим про качество фильтров для спецтехники, а именно для экскаваторов-погрузчиков Volvo BL71B. Это видео я создал специально для удобства, так как и мне, и моим зрителям часто приходится вспоминать или искать номера фильтров при заказе и покупке. Теперь достаточно посмотреть видео, где все эти номера имеются. Итак, начнем с негатива. Это видео я снял по прошествии чуть больше 100 моточасов после проведения тысячного ТО. Как мы видим, гидравлический фильтр некой фирмы потек. А именно, произошла разгерметизация корпуса фильтра. Кроме этого, производителя, у меня встречалась подобная ситуация еще на одном гидравлическом фильтре, желтого цвета. К сожалению, сейчас не вспомню производителя. Да это и не нужно, так как я не собираюсь делать рекламу или антирекламу. А хочу показать фильтра, которые не доставляют хлопот, при этом имеют среднюю цену. Мы теперь решили использовать только фильтра фирмы Donaldson, так как и цена, и качество нас вполне устраивают. Итак, масляный фильтр двигателя. P553771. Топливный фильтр тонкой очистки P553004. Фильтр грубой очистки топлива. P505957. Воздушные фильтры двигателя. Вот номера оригинальных фильтров. А вот фильтров Donaldson. Грубые очистки P780522. Тонкой очистки P780523. Гидравлический фильтр P165659. Фильтр КПП P179342. Если данная информация стала для вас полезной и для того, чтобы не потерять видео, ставьте лайк, оно будет у вас в библиотеке. А также делитесь информацией с нуждающимися. Ну и разумеется, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем удачи в нашем нелегком деле. Пока!